Siempre vio. Подготовка к изготовлению тушенок. Вот, по поводу сома, просто маленький совет. Вот, когда мы с костей сняли филейку, вот у нас чисто филе, можно сказать. Вот, но у сома шкура очень специфическая на любителя. Вот, невкусно она мне не прижа. Ну, когда жаришь, специфический вкус и жир у него специфический. Вот. И на тушенке то же самое, не стоит эту шкуру давать. Вот. Уже когда у нас филейка, вот, куски отделяем шкуру. Вот здесь вот на спине у него тоже жирок идет. Прихватываем вот так вот вилкой. И бельшменш острым ножом. Бельшменш острым ножом вот так вот идем. Вилочкой перехватываем. Срезаем чисто мякоть. Шкура и толстая, и запах специфический. Вот остается у нас вот так вот чистая филейка. Да, чистая филейка. Вот еще на этом куске тоже в секунду покажу. Прихватили ножичком, чуть-чуть под углом проходимся. Шкурки выбрасываем. Завтра будем делать тушенку.